Всем привет! Я Бриджит, я из Америки и я учу русский язык. Я знаю, что я очень редко выкладываю видео на YouTube, но я очень часто снимаю видео для вас. Просто я очень много работала и у меня не было времени, достаточно времени редактировать все эти видео. Но я решила сделать видео со всеми этими видео, правильно сказать? Они из, не знаю, как правильно сказать, два года назад, один год назад и некоторые месяцев назад. They're from 2 years ago, 1 year ago, and a few months ago. Вы увидите, как мои волосы, короткие волосы, потом длинные, потом короткие. Надеюсь, что вам понравится. Вы все помните Шеймуса? Мы с бойфрендом мы решили посетить штат Делавэр. Там мы нашли убежище дикой природы. Это правильно? Не знаю. Там были прекрасные виды. Да, конечно. Может быть, вы знаете, что такое K-pop? Это музыка из Кореи. И я была на концерте. И там я купила маски для лица. Да, это улыбка, но красота — это боль. В Нью-Йорке у нас есть Comic-Con, не знаю, как это по-русски. Здесь в Google Translate условность, но я не уверена, правильно ли это. Но здесь можно одеваться, как вы хотите, как разные персонажи. Один из моих любимых фильмов — это Lost in Translation. Не знаю, что он или кто он. Я очень много Second Life играла. Я обожаю Second Life. Second Life — это вторая жизнь. Я познакомилась с моими любимыми актерами из сериала X-Files. Yeah.
Я изменила цвет глаз. И я очень много суши ела. Для Хэллоуина мы были вампирами, это правильно сказать? И мы сняли короткий фильм. Мы посетили Чикаго. Я курила кальян. На свой день рождения мы ходили на вечеринку в честь фильма Nightmare Before Christmas. И это один из моих любимых фильмов. И это было очень-очень весело. И я очень люблю петь в машине. Ну все, спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось видео. Понравилось, да? Я думаю, что в каждом видео я говорю понравился видео, но это неправильно. Я надеюсь, что вам понравилось видео. Пожалуйста, не забывайте. И, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы смотреть больше видео про жизнь в Америке, о том, что я здесь делаю, и о моих путешествиях. Еще я в Инстаграме. И да, спасибо.